общежитие передается из государственной собственности, а таких, я вам сказал, 48 объектов, то в данном случае государственной программой предусматривается выделение финансирования для проведения соответствующих ремонтных работ в этих общежитиях и приемка их в коммунальную собственность. Значит, если речь идет о том, что общежития передаются из частной формы собственности в коммунальную, то в данной ситуации мы проводим ремонтные работы, и в основном проблема связана с капитальными ремонтами, потому что предыдущие балансодержатели только занимались, как правило, эксплуатацией и содержанием. Капитальные ремонты, как правило, там никто никакие не проводил. Поэтому, когда общежитие уже принято в коммунальную собственность, тогда мы рассматриваем вопрос о проведении соответствующих капитальных ремонтов уже как на объекте коммунальной собственности за счет средств городского бюджета. Если, как я уже сказал, это государственная форма собственности, то там эти средства закладываются в государственном бюджете. Пока на этот год в бюджете, принятом в декабре прошлого года государственном, этих денег не предусмотрено. Если сейчас будет какая-то корректировка, изменения в государственный бюджет, возможно, что появится какая-то строка, и мы тогда сможем. В прошлом году такая строка была.